МЧС Беларуси в этом году отмечает 165-летие со дня образования пожарной службы Республики Беларусь. В канун празднования этой торжественной даты спасатели Луненщины провели в канун мероприятия легкоатлетический кросс. Цель планового нашего сегодняшнего мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры безопасности жизнедеятельности. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех спасателей, всех жителей Луненщины с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, ну а работникам МЧС сухих рукавов. Ждем водные процедуры. Дайте закивать. Какой-то боевой наш. Праздник какой? Да.